Чуть более игривистый. Ты еще как бы не серьезно. Да, веселее такой, играешься, балуешься. Сколько ты максимум делаешь? Сколько у тебя больше всего пироидов получалось? 6? 7! Все готовы? А вы сейчас еще будете репетировать? Внимание, приготовились. Пошел за мной стоит. Лиза, давай первый сигнал. Так, быстренько убрали это все здесь. Opening night, St. Petersburg, Satori. We've delayed the curtain by about 15-20 minutes, and we're working out the very last little technical details that we got in trouble with hanging all the lights and the contraptions. But we have audience coming in now, so we're going to have to get out of here. It's amazing what they can do on stage. That was a hard one. Мы не успеем на поезд. Нет, в Петербурге мы не можем остаться. А мы там будем спать? В поезде? Будешь. Слава Богу. Все интересно и на все хватает время, если не тратить время впустую. Мы танцуем на площадке нестандартной для классического балета. И здесь человек придет, возможно, который в театре никогда не бывал. Поэтому здесь я пытаюсь разнопланово ему показать все, чтобы заинтересовать. И, возможно, в будущем он будет ходить в театр. He moves, you wait for the lightning. We need to clip this. This is going to fall for show. We're going to need to put some weight on the bottom of this. Где должен быть? Ты должен сесть. Братан, ты должен сесть. Короче, мне не страшно. Я вчера танцевал, и поэтому мне нечего уже бояться, потому что я вчера танцевал в Санкт-Петербурге.
lead away into the other color. Amazing, around, assembly, Albrecht Agon Ali. Происходит вообще, то есть не то, что там в деталях, там, да, что означает вот тот или иной сюжет, да, а что происходит вообще, потому что идет некий язык, который ты принимаешь и на котором ты можешь внутри общаться. Вот для меня это было сегодня вот. Приятно. Куда едем дальше? Краснодар. Мои родственники оттуда.